Так, на коронографии выглядит поражение передней межжелудочковой артерии, которая снабжает кровью левый желудочек, а он, в свою очередь, остальные органы человека. Перекрытие ее жировой бляшкой означает, инфаркт практически неизбежен, а дальше с большой вероятностью и летальный исход. Болеют этой болезнью чаще все-таки мужчины, чем женщины, то в литературе эта артерия имеет такое литературное название, которого лишены все другие сосуды. Это артерия вдов. После получасовой операции из операционной вывозят пациента. В его артерии теперь стент, который будет свободно пропускать кровь в сердце. У 62-летнего Владимира Ластовкина это уже вторая подобная операция. Первая была в 2020-м. Это было подозрение, что я болен ковидом. Значит, но после того, как прошло все обследование, через 2-3 недели меня положили сюда и здесь сделали. И обследовали уже, и стентировали, поставили 2 стента. Кардиохирурги РОКБ делают до 600 операций в месяц. А во Всемирный день сердца призывают всех нас профилактически задуматься о здоровье. Лучше относиться к овощам, фруктам, рыбным продуктам. И, безусловно, отказаться от вредных привычек, курения, алкоголя. Уделять должное внимание физической активности, что, безусловно, пока, как говорится, пациенты не получат инфаркт, не задумываются о том, что ежедневно нужна ходьба. Мы об этом рассказываем всем. Ежедневно 30-40 минут физической нагрузки в спокойном темпе, то, что мы называем кардионагрузкой. Конечно, не всегда здоровье сердца зависит только от наших действий. Врачи Ростовского кардиохирургического центра борются за жизни маленьких пациентов с первых дней жизни. Такие болезни часто требуют нескольких операций. Самый маленький пациент здесь весил меньше килограмма. Это очень сложное вмешательство. Очень часто это многоэтапные вмешательства, когда нельзя выполнить за один раз, скорректировать порог сердца. Нуждается ребенок в многоэтапном лечении. Это тоже является одним из наиболее сложных видов кардиохирургической помощи. Делают наши кардиохирурги и трансплантацию сердца. Уже проведено 32 пересадки, и все успешно. Ну и еще одна аксиома от врачей. Здоровое сердце – не данность, а работа над собой. Алина Вандышева, Юрий Лешко, Первый Ростовский.